Всем привет! Это видеообзор подгузников фирмы Кроки. Я их приобрела в магазине Шиншилка. Мне очень нравится, кстати, эта фирма. У них отличные пеленки, подгузники. Значит, это одноразовые гигиенические подгузники-трусики. Идеальное решение для щенков в случае недержания мочи, в случае течки, послеоперационный период, а также во время путешествий. Обладают высокой степенью поглощения, гарантируют сухость и защиту в течение длительного времени. Прекрасно садятся и плотно прилегают. Вот такое описание. Я с ним полностью согласна. Значит, вот так выглядит подгузник. У него хорошие резиночки, липучки, которыми можно воспользоваться несколько раз, если вам нужно переклеить, переснять, если вы не очень удобно одели. Вот такая дырочка для хвостика. И вот сама липучка, на которой нарисованы зайцы. Я брала размер М с объемом талии 32-44 сантиметра. Есть разные варианты, есть размеры от XS до, по-моему, XL. Такие подгузники. Спасибо за внимание.